«Зоопатруль» – новый уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Пес Сеня – добрый и никогда не обижал людей, но кто-то выстрелил в него. Операция спасения и дальнейшая судьба собаки в программе «Зоопатруль» 7 февраля в 19:30.